воспитанники детских садов городского округа Шаховская. Встречайте их грозными аплодисментами. Городского округа Шаховская 15 муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых воспитывается 1220 детей. Кадровый состав педагогических работников дошкольных учреждений составляет 119 человек. В числе руководителей заслуженные работники образования. Князькина Вера Степановна, заведующая детским садом 7-го поселка Шаховская. Бургина Галина Ильинична, заведующая детским садом «Солнышко» села Середа. Шаткина Галина Павловна, заведующая детским садом «Зернышко» деревни Новоникольская. Кузнецова Валентина Владимировна, заведующая детским садом «Светлячок» деревни Дор. И другие опытные руководители, воспитатели и наставники. Дружные аплодисменты нашему будущему поколению! Все.